Жарко подъехала. Что-то серьезное? А может, бабуля там, которая отходит, а больная? А не дыма, ничего. Заболела женщина. Вот скорая приехала, спасатели выносили на носилках. Почему же так бледненько-то здесь? На самом деле очень ярко. Такие оранжевые облака, очень красивые. Поближе сейчас подойдем. Очень красиво. Это закат. Но мы бежали в другую сторону. Оказывается, вон где вся красота. Ну и что ты, руки по швам? А что я должен делать? Сплясать? Сейчас. Чечетку. Может, я еще и спеть? Нет, петь не надо. Петь не надо. Около казино «Красиво» хотела сфотографировать, но там машины стояли. Думаю, себе может стать дороже. Может, они играть пришли туда. И подумают, что это я их снимаю. Попросила мужа попозировать, а он стал как перед расстрелом, руки по швам. Так смешно было. Но ничего, получилось. Маленькое видео сняла. Поздно вечером гуляем. Фонари светят, так красиво. Вот мимо белого зала прошли, там выставки очень часто бывают красивые, интересные. Наверное, сил, что ли, нет у него улететь? Краснеет гортензия. Немножко приболела при пересадке, но вот краснеет. Такая красота у меня. Розочки. В детстве книжка была «Розочка и Беляночка». И у одной куст рос красный, а у другой белый. Я так любила эту книжку. Дочка с внучкой принесли в подарок. Красота! Когда приносят не в честь какого-то праздника, не в честь какого-то дня рождения или там события, а просто для настроения. Прелесть прелестная. Спасибо вам большое. Люблю вас. Сегодня день сюрпризов. Это вот муж купил. Вот такая красота у меня будет расти весной. Цветочки из Литвы, из Каунаса. Один тюльпан. Еще вот такие вот 10. Такие вот красивые. У меня уже они были посажены. И вот эти вот. Тюльпаны крупные, и помелче. И 40 до 40 сантиметров высотой. И 11-12 сантиметров высотой. Так что очень красивые. Вот такая еще красота. Так, насколько это? На 11,53. Да, на 11,53. Ну, прямо будет поляна весной красивая. Если еще разместить, удастся. Спасибо большое. Такую красоту, такую турочку небольшую для кофе подарила другая доченька. Говорит, ты любишь натуральный кофе варить, пить. Вот такая вот красота. Спасибо, доченька. Спасибо большое. Вот с такой чашечкой будет приятно очень пить кофе.
Удовольствие. Надо будет сварить. Это как, почетный шахтер или как это называется? Да, да, да. Какой-то он сказал, что номер должен быть где-то. Ну, наверное, сзади здесь вот, вот на этом. Да, не вижу. А это что? Полотенце. Подарки, а, да, какие-то. Есть, нет, наверное. Это не полотенце, что-то другое. Что-то есть какое-то. Полотенце должно быть. Нет. Да, ну, Андрей? Я не знаю, что чувствуешь, там. Чувствуешь, так не полотенце. Какой-то плед, наверное, или я что-то. Я тоже понимаю, что... А, наверное, этот. Дорожный. Слушай, какой-то. Судя по всему, наверное, пляжный этот. Пляжный, я думала, дорожный. Ну-ка, так. Грамота. Ладно, тебе не уступай. И он книжка 10 лет. Вчера я только это, говорю, в воскресенье дождь обещали. Как приятно гордиться. У младшей дочки муж получил награду. Самую высокую награду, какую можно получить на шахте. Сниматься не захотел. Не надо и все. А все равно так хочется поздравить, ну и самое главное – погордиться. Приятно, когда вот такая семья, дружная, хорошая. И когда вот есть чем похвастаться, что ли, хвастаюсь. И поздравляю, у него сегодня день рождения, поэтому от всей души желаю ему здоровья, счастья, любви. Он у нас очень добрый, отзывчивый, всегда приходит на помощь. Спасибо тебе, Андрей. Патрик, что ты ждешь? Что ты ждешь? А муж пришел из магазина, и вот... Любимая поза. О чем это он будет Андрюш, говорить? Андрюш, привет. Ну, Владимир Владимирович тебя поздравил? Ну, на тебя с днем рождения, Андрей. Молодец, у тебя все хорошо. Давай, продолжай так же. И не зазнаваться, самое основное. Ну, и к завистникам попроще относись. Это... Чисто человеческое. Они все хотят на твоем месте быть, понимаешь? Ну, что делать? Муж работал начальником участка на шахте. Знает, о чем говорит. Действительно, такую награду заслужить надо. Это сложно. Подслушивать нехорошо. Выключаю. Хочется сегодня порадоваться. Ну, с вами поделиться. Вы уже мои друзья. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, если подписались. Спасибо, если лайки поставили. Но вдруг вам понравилось. Хорошего вам настроения, здоровья, любви. Ну и всем пока.